Больше проектов хороших и разных. Вслед за Кишиневым у нас новый намечается адресный проект в славном городе Одессе. И у нас оттуда два замечательных гостя, представителей Skyway в этом городе, а именно Дмитрий Слюсар и Максим Исып. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте и с какой целью, и с кем, главное, вы прибыли в стольный град Минск. В город Минск мы приехали в составе делегации, которую возглавляет заместитель директора горэлектротранспорта города Одесса. Цель данного визита – ознакомиться более подробно с технологией, увидеть, что уже сделано конструкторским бюро Анатолием Эдуардовичем Юницким. И когда технология Skyway была презентована в январе 2017 года руководству данного предприятия, это вызвало очень большой интерес и, само собой, как бы много вопросов. И для того, чтобы получить ответы на технологические вопросы, мы и решили приехать сегодня в город Минск. Также в данный момент конструкторским бюро будут изготовлены предпроектные работы по данному маршруту. Это центр города Одессы и поселка Котовского. Это достаточно проблемный участок в городе, который составляет 16 километров, но пассажиропоток в год составляет в районе 40 миллионов человек в год. И, соответственно, люди добираются с точки А в точку Б по такому короткому маршруту всего-навсего, точнее не всего-навсего, а в данный момент за 1,5-2 часа времени. Реализовав адресный проект в нашем городе, применив технологию Skyway, люди смогут 15-20 минут тратить на то, чтобы добираться с работы домой. Поэтому цель нашего визита – более познакомиться, дать более точное, так сказать, точное техническое задание для выполнения предпроектных работ. И после этого, так сказать, этот аванпроект будет презентован мэру города Одессы. Спасибо большое. Как ваши впечатления от посещения экотехнопарка? Может быть, Дмитрий ответит? Мы сегодня уже говорили об этом, да, и когда все начиналось, было совсем не так, как сегодня. Сегодня мы увидели реальные действующие модели в экотехнопарке в городе Марьиногорка. Мы были на производстве, которое уже конкретно занимается именно сборкой и подвижных составов. Мы сегодня присутствовали по всем этажам, прошлись по экскурсии по конструкторскому бюро, и, честно сказать, эмоции переполняют, потому что действительно ты понимаешь, что часть тебя тоже принадлежит этому, и ты, конечно же, самые лучшие позитивные эмоции. И я очень благодарен всем, кто непосредственно работает здесь, кто занимается именно развитием этого проекта, кто разрабатывает все эти подвижные составы, кто идет по пути вместе с Анатолием Эдуардовичем Юницким для того, чтобы воплотить в реальность вот ту мечту, которую он идет уже на протяжении 40 лет. Поэтому эмоции. Дмитрий, а мы бы хотели поблагодарить вас, потому что мы знаем, что вы уже очень давно с нашим проектом, вы сохраняете ему преданность, и вы большой профессионал своего дела. Я это говорю не просто для красного словца, а вспоминаю, что когда 1,5 года назад я пришел в проект, и у нас еще не было профессиональной команды для того, чтобы делать новости, и мы только создавали службу новостей или информации, то сначала обращались к вам и учились своей работе где-то даже у вас. Спасибо вам и спасибо, что вы до сих пор с нами. Не сомневаемся, что с вашей помощью в Одессе скоро появится небесная дорога. Что бы вы еще хотели сказать, обращаясь, наверное, к своим согражданам, к одесситам? Я скажу коротко, глядя на Анатолия Эдуардовича Юницкого, зная его историю всю, я просто могу сказать одно, что пуля, летящая в цель, не любуется пейзажами. Глубоко. А что добавит Максим? Я могу продолжить Дмитрия мысль. Наша пуля, летящая в цель, это реализация проекта Skyway в Украине.
И мы приложим все усилия для того, чтобы первым городом в Украине был город Одесса. Мне очень приятно, что специалисты в данной отрасли в нашем городе, как Одесса Горэлектротранс, поддерживают нас. И я уверен, что нашими усилиями совместными мы реализуем этот проект. Поэтому строй Skyway, спасай планету. Спасай планету.